Привет, друзья! Опубликованы кадры работы российских военнослужащих с новейшим комплексом артиллерийской разведки «Пенициллин-1Б-75». Комплекс артиллерийской разведки «Пенициллин» принят на вооружение в 2020 году и размещен на шасси КАМАЗ-63501. С его помощью выявляют огневые позиции противника и выдают артиллеристам целеуказания для ответного удара. Комплекс не демаскирует себя излучением, как это делают многие РЛС контрбатарейной борьбы. Комплекс принимает и обрабатывает акустические и тепловые волны от выстрелов и взрывов и выдает информацию о месте разрыва снарядов и местоположении орудий противника. Ключевые датчики пенициллина, кроме средств радиосвязи, функционируют только в режиме приема. Комплекс 1Б-75 «Пенициллин» способен выявлять огневые позиции или места падения снарядов на расстоянии до 25 км. Дальность обнаружения минометов – 10 км, иных образцов ствольной артиллерии – 18 км. Комплекс обрабатывает данные с камер, звуковых и сейсмодатчиков. На видео показан процесс подключения к комплексу звуковых датчиков. Есть звукоприемник. Раскладываются ножки, ставятся сюда, цепляются провода от полевки и идут уже на машину. Вот. Потом, когда происходит выход, с той стороны, вот, на экране у нас, на компьютере, у нас там компьютеры стоят, появляются как кардиограмма сердца. Вот. И там уже пишется, либо они успевают засечь, что именно выстрелило, вот, либо нет, либо просто выход, откуда именно выход. Вот, точные координаты выхода. К этому блоку подключаются 4 звукоприемника. Первый, второй, третий и четвертый. А впоследствии весь этот блок сам подключается к автомобилю. Также через полевой кабель для обработки информации. Так. Плюс, минус. Первая линия. Потому что это у нас первый звукоприемник будет. Поставим. Приемники по очереди принимают звуковую волну. Вот. Исходя из этого, после обработки их в блоке 1АЗБ-18, мы получаем координаты цели, точнее, откуда был произведен выстрел. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.